Бесплатный проезд на общественном транспорте по социальной карте жителя Московской области для льготников региона продлен до 2023 года. Всего у нас в Подмосковье бесплатным проездом по соцкарте пользуются свыше 2 миллионов жителей, рассказала зампред правительства Подмосковья, министр социального развития региона Ирина Коклюгина. Бесплатно общественным транспортом могут пользоваться ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, реабилитированные, инвалиды, почетные доноры, пенсионеры, лица в возрасте 60 лет и старше, жители, подвергшиеся воздействию радиации, а также один из родителей и дети из многодетных семей.